Всем бодрого времени суток, меня зовут Шура, азиатского контента любитель, и я приветствую вас в зеленой комнате. Июнь пока не радует нас новиночками, на которые я бы хотела отреагировать, поэтому снова возвращаемся в май и смотрим кавер от такого замечательного исполнителя, как Гахо, на трек Гарри Стайлза «As It Was». Помогает ему в этом группа KV, если я правильно называю. Это, собственно, инструментальщики, которые тоже будут присутствовать в этом клипе. Гахо, зовут его Кан Де Хо, стал набирать популярность после того, как присоединился к лейблу Planetarium Records и вошел в состав проектной группы этого лейбла PLT, в состав которой входят продюсеры, сунрайтеры, вокалисты, певцы, точнее, из этого лейбла. Такой сборный проект замечательный. Позже, в том же 2018 году весной, он дебютировал сольно также, не покидая состав группы и не покидая лейбл, собственно. Вот. Но, наверное, самый пик популярности с ним случился в 2020 году, когда он исполнил OST-шку к довольно популярной корейской дораме «Итэвон Класс». Вот, там он пару номинаций в том году за эту OST-шку на премиях, не номинацию, точнее, а премий прям получил. Вот. Но помимо того, что он исполняет популярные OST-шки к разным дорамам, он еще на своем YouTube-канале выкладывает частенько кавера на различных исполнителей, зарубежных и корейских. Я вот, например, лично не могу слушать трек «How You Like That» от Blackpink не в его исполнении, потому что лично для меня его интерпретация сильно переплевывает оригинал. Вот. И помимо всего прочего, он еще сочиняет свои собственные песни, выпускает. Вот. Вот у него, по-моему, в октябре или в ноябре или в декабре 2021 года у него вышел полноформатный альбом замечательный. Вот, собственно, на этом, наверное, закончим информацию по Гахо. И приступим к просмотру этой вещи. Так что давайте. Хана. Тульсет. Нет, обманула я вас. Обманула? Ой, как обманула. Вот теперь. Хана. Тульсет. Ед. Мне не слушается ничего сегодня. Едем. Graffiti holding me back. I want you to hold on a point of view. Why don't we leave it at that? Nothing to say when everything get in the way. Seems you cannot be replaced, and I'm the one who will stay. In this world, it's just us. You know it's not the same. Акустика какая классная. Yeah.
Гаху, гаху, господи, блин, как это замечательно. Так, ну я почти сдержалась. Почти ничего не пролилось у меня вот здесь вот. Очень вкусно, господи, как вкусно. Я, по-моему, не слышала трек Гарри Стайлза, ну то бишь оригинал. И не хочу слушать. Вот это вот очень... По-моему, умопомрачительно случилось. Блин, ребята, инструментальщики молодцы. То бишь, здесь что у нас? Два клавишника, гитарист с двумя видами гитар, барабанщик, ударник с приблудой еще какой-то, да, с этой... Я не знаю, как это называется, ерунда. Лупер, не лупер. Казалось бы, да, всего лишь тут инструментов. Но оно такое большое по звучанию случилось. Очень они все это здорово сделали. Еще вот этот вот, ну как бы оформление, да, в студии, в которой они снимали, вот эта проектная стена. Очень атмосферу тоже создали они классную вот за счет этих молний, тучек, туманов там. Я не знаю, что у них там на фоне это было, забыла уже. Ох, ну, голос у Гаху, не знаю, есть люди, которые остались равнодушны к его вокалу после того, как хотя бы один раз его услышали. У него диапазонище, очень он умело владеет техниками вокальными, то есть контроль голоса у него прям, прям на высоте. Ну, короче, Гаху прям вокалист. От боженьки, как говорится. Блин, вот я... Мало того, что я корейский не знаю, я и английский не знаю, я без понятия, про что там пелось, я что-то не посмотрела перевод. Ну, не его трек, как бы, и ладно. А все, а вот они пробрали... до самого позвоночника. Блин, классно. Жалко то, что он не выкладывает свои кавера на музыкальной площадке. То без возни воткнуть себе в плейлист его не получится. Придется поковыряться чуть-чуть. Ой, ну он по-любому попадет в мой плейлист, чего бы мне это не стоило. Ну, я уж тут утрирую, конечно, это фигня делов. Минуточек 5 и все готово, но... Надо просто создать тут шум вокруг этого. Короче, ладно, все, я не знаю, что говорить. Пару дней вот не записываешь, и сноровка теряется вообще, как нифиг делать. Это что такое? Вот мои любимые треки у Гаху. Знаете, что я люблю его кавер How You Like That? Но вот вам две его сольные работы, которые он, собственно, сам написал. Ладно, все, давайте закругляться. Всем спасибо, что смотрели. Пишите в комментариях, знаете ли вы Гаху, нравится ли вам его творчество. Понравился ли вот этот кавер. Не знаю, вообще смысл есть спрашивать, это же, по-моему, очевидно. Ежу понятно, как говорится. Ладно, все, пока-пока. You know it's not the same as you are.